Кировском снизилось количество преступлений, об этом сообщили на заседании коллегии в районной администрации. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийств. В прошлом году их совершено 11, это в два раза меньше по сравнению с 2014. Также снизилось количество квартирных краж и разбойных нападений. Всего же за 2015 год зарегистрировано 3709 преступлений. Больше половины из них раскрыты. В течение года больше раскрыто преступлений прошлых лет. Здесь рост почти на 70%, значит, их раскрыто 108 из них. 45 относящихся к тяжким и особо тяжким составам. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Больше стало и разбоев со стороны лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Что касается дорожно-транспортных происшествий, в прошлом году по сравнению с 2014 их было совершено меньше. А вот число пострадавших на дорогах района возросло. Погибли 18 человек.